Сегодня обещал рассказать про все финты. Первый финт. Значит, давайте определимся, что у нас за кнопки вообще на джойстике есть. У нас есть два стика, один стик левый, мини-джойстик, управляет за движение игрока влево-право, а второй за владение шайбой. Это лево-право, лево-право, вниз есть, это замах, и вверх-бросок. Это замах и вверх-бросок. То есть два стика. Правый за владение руками и шайбой, и броски, и отводка назад. И левый за движение. Все, можно совмещать это. Так, дальше. Что у нас еще есть? Дальше у нас есть курки. Курок L1. Слева верхний курок. Если его нажимаем, и потом стиком в разные стороны двигаем, у нас всякие разные финты получаются. Или его совмещаем с другими кнопками, то тоже получается всякие разные вещи. Итак, поехали. Первый финт. Просто правый джойстик отводим налево, делаем замах и переносимся направо. Ну, иногда в игре можно, например, выезжаете, сделали ложный бросок, замах и бросочек там, что никого-нибудь можно обмануть. Или резко под себя убрать, вот он так делается. Под себя убрать. Вот под себя. Вот движение простое. Так, дальше. Вот этот под себя убрать, как буллиты им забивать. Смотрите. Теперь выкатываетесь на ворота. Убираете под себя. Так, не получилось. Так, буллиты вот убираете под себя. И резко перекладываете в другую сторону. То есть убираете под себя, вот, убрали, перекладываете резко в другую сторону и просто бросаете гол. Также можно на неудобную руку. Перевели. Вот, с неудобной его делать. Видите, с неудобной то же самое. Так, дальше. На правый стик просто нажимаем, это у нас сложный замах. Мы его можем сделать сложный замах, перевести на неудобную руку, бросить девятку. Только так это используем, но с этого редко забивается. Видите, он, в принципе, этот ложный замах. Ну, иногда можно использовать. Так, теперь делаем ложный замах. И совмещаем с отводом шайбы под себя, как мы в предыдущий фильм делали. Ложный замах под себя. И тогда можно вратаря направо увести и бросить в противоположный угол. Так вот некоторые буллиты забиваем. Так, ложный замах отводим и забиваем противоположный угол. Угол вратарь с нами смещается в одну сторону еще раз. То есть мы делали первый финт, помните, просто убирали под себя. Сейчас сложный замах, нажимаем на правый стик, просто вниз его давим. Сразу его держим и убираем под себя финт. Вратарь, видите, с нами направо смещаться стал. И противоположный угол кидаем. Красивый буллит получается, эффектный, можно забивать. И в игре. В общем, эффектный я, кстати, не видел так, чтобы кроме меня кто не забивал. Дальше, вот этот классический финт, убираем под себя Дуцука и перебрасываем вратаря. То же самое делаем, как мы в предыдущем движении, только не бросаем. Вот видите, подброс такой. Только мы не бросаем, а нажимаем R1 на PlayStation. Такой подброс получается. R1 это правый верхний курочек. Поняли? Сейчас я на экран графику выведу. Наверное, может быть, уже вывелось. Смотрим повтор. Выкатываетесь на ворота. Ложный замах нажимаете. Убираете под себя. И просто нажимаете R1. Вот когда R1 нажимаете, в этот момент он просто подбрасывает шайбу над вратарем. Эффектный гол такой.
Можно позабивать иногда. Фатраша много очков за него дают. Так, что вам еще показать? Так, вот это под себя, да? Или вот это показать? Так, едете, нажимаете R1. То есть удар между ног. Едете, нажимаете, смотрите, вот едем в любую сторону, нажимаем L1, держим in и вдавливаем джойстик правый, skill stick, правый джойстик вдавливаем вниз. Потом просто видите, мимо кидаете в противоположную сторону. Ух, забрал вратарь. Еще раз показываю. Держим L1 и вдавливаем джойстик. Вдавливаем джойстик. Правый. Так, дальше. L2. То, что любят часто игроки использовать. L2 это левый нижний курок на PlayStation, повторяю. У меня Xbox нет. Это вот такие крутилки, но если вы нажимаете в пол оборота, в пол силы, не до конца, а в пол силы. То есть, смотрите, вот до конца нажал, полный оборот, да, делает. Называется спинорама. А если пол силы, он, видите, боком едет. То есть, чтобы боком просто можно было ехать. Не разворачиваться вот так вот, а просто боком ехать. Нажимаем в пол силы. Что, как его можно использовать, этот полуразворот? Во-первых, вы когда, кстати, вот да, в зоне вы отобрали шайбу. Например, выкатываетесь, на вас игрок едет. Вот или полный оборот делаете, или от полуоборота можно от него обманывать. Видите, непонятно, что игрок будет делать. И здесь вошли в зону и вот так вот отдавать пас. Тоже, смотрите, входите в зону, нажимаете полуоборот и пас отдаете под one timer shot. Почему мы именно так отдаем? Потому что по-другому мы с неудобной руки будем отдавать здесь. Не очень комфортно. Видите? А если мы вкатились, я так и в реальном хоккее делаю, полоборота, пас. Дальше. Мы можем так обманывать защитника. Вкатились. Вот эти полоборота и в девятку бросили. Ну, вратарь сейчас поймал. То есть, когда мы вот так делаем полоборота, вкатываемся уже, игрок будет думать, что вы будете передачу делать, а вы бросаете в девятку. Дальше такой финт мы можем делать. Едем один на один, разворачиваемся, бросаем, закрываем как бы с собой шайбу. Вот смотрите, когда приезжаете в вратаря, спиной разворачиваетесь, видите, он не видит броска. А в этой игре, если он броска не видит, всегда легко забить. И просто закатываете шайбы. То есть еще раз, нажимаете полоборота на половину L2. И потом просто бросок делаете низом. Так, давайте, ну вы этот финт, наверное, знаете, да, к борту прижимаете, чтобы на силовой не нарваться. Просто едете вдоль борта. Нажимаете L1 и вот так вдавливаете спорт, чтобы вас не встретил защитник. Уходите от силового. Так, или проброс такой. Так, дальше. Это мы делаем просто L1 нажимаем, когда около борта. Так, дальше есть такой прием, тоже мне вот нравится, особенно онлайн игр. Держим L1. О, не держим, то есть одновременно нажимаем L1 и R2. Едем вдоль борта. Видите? С бортом играем.
И так уходим от любого защитника, будь то хедман или любой другой. То есть еще раз держим L1. Видим у борта, держим L1 и нажимаем R2. И есть такой финт кросби, также держите L1 и нажимаете L2 и разворот кросби. Я вот, кстати, так в реальной игре часто обманываю. Нормально, да? Едете, держите L1, нажимаете R2. Ну вот, как это можно использовать? Как это можно использовать? Едете за воротами, вас, например, защитник соперника справа может уже ждать, а вы резко разворачиваетесь, выкатываетесь один в ноль. Тут в разные движения есть. Видите, вратарь обманулся и просто забиваете гол. Есть такие wrap-around shot еще. Так, это я вам еще раз повторил второй финт, просто чтобы поняли, что с первого раза настолько простой. Нажимаем обманный бросок, ну, в правый стик вниз давим, убираем под себя и бросок. Причем, знаете, да, что самый неудобный бросок над щитком вратаря? Кросби, кстати, так все время забивает. Так, что у нас еще? Эти я вам показал. Так. Так, дальше. Такой прыжок. Ну, с компьютером, кстати, часто проходит. Ну, я так иногда... Вот я как в настоящем хоккее делаю. Я обычно захожу в зону, здесь защитник, и вот перепрыгиваю и бросок делаю. Вот. Ну, в этой игре тоже можете попробовать. Значит, что вы просто едем вперед, и нажимаем правым стиком бросок. Получается вот такой. Так, дальше вот я вам хотел показать самый простой гол и с игроком, и с компьютером на самом сложном уровне забивать. Просто едете вокруг ворот. Кстати, знать бы, как его делаю, я же его на автомате делаю, дайте-ка я повторю. У меня уже на автомате это выработано. Так, что мы делаем? Ага, смотрите. Да, давайте покажу. У нас есть такая кнопка. Закрывать корпусом. Это, у меня это крестик. У меня это крестик на PlayStation. Нижняя кнопка справа от стика. Видите, он закрывает корпусом. Мы просто разгоняемся. Здесь нажимаем закрыть корпусом, объезжаем вратаря. Объезжаем вратаря и просто нажимаем бросок. Еще раз нажимаем кнопку крестик. Объезжаем вратаря. Нажимаем бросок. Всегда гол. Вообще любому компьютеру я так забиваю по 100 голов. Объезжаем. Получилось. Объезжаем. Вот смотрите, 4 раза 4 гола забил. То есть подъезжаем, нажимаем здесь крестик, закрываем, видите, шайбу корпусом. Вот он ее закрывает, вот, видите, закрывает, вот так вот держит специальным образом. Просто вот, вот так вот объезжаете по инерции и нажимаете просто бросок в дальний угол. Да, левым скиллстиком, левым джойстиком целитесь в дальний, да, нажимаете дальний. Ну, всегда гол самый легкий. Так, клюшка, конек, клюшка. Держите L1 и вниз далить. Вниз. Не знаю, зачем он нужен. Кто-нибудь обманывается здесь. Вниз, да. Дальше. Перепрыгивать влево и вправо. Просто держите L1 и нажимаете влево и вправо. Так, ну этот знаете, да, бросок? Сейчас. Вот этот.
Держите L1, вдавливайте. А, давайте, кстати говоря, пока мы не забыли финт Овечкина. Вот здесь едете, отводите шайбу налево. И между ног проброс. Финт Овечкина, он часто так заходит в зону, показывает, что будет кидать. Или справа от себя прокидывает, или между ног. Как это делается? Заходите в зону, нажимаете, отводите шайбу налево. Немножко назад, L1 держите. Держите L1, отводите шайбу назад сначала, потом L1. L1. И вот как мы под себя убирали, вот это же движение правым джойстиком делаете, как вы под себя убираете. То есть отводите шайбу сначала, потом L1. И как будто вы под себя убираете, и все. А вот этот финт, кстати, я единственный, который не могу вам показать, самый сложный, вот этот. Он у меня почему-то не забивается, не хочет бросать. Может, кто-нибудь, кстати, научился его? Он меня не подцепливает шайбу. Видите, шайбу не хочет цеплять. Сколько раз бросаю. Так, по поводу обыгрывания вратаря, наверное, вы все знаете, что это очень просто. Здесь движение делаем направо, налево в девятку. Но это же тоже финт, финт, поэтому я вам показываю. Здесь едете с удобного хвата, перекладываете на неудобный, перекладываете обратно и в девятку. Ну это вообще, каждую игру я такие голы забиваю легкие. Так, дальше. Здесь то же самое. Перекладываете на удобную, на неудобную. Не получилось. А, я забыл вам финт показать одной рукой, как забивать вот этот. Сейчас покажу. Вот. Так, тут на неудобную. На удобную, неудобную в девятку. То же самое, что слева делали, тоже справа. Закатывайтесь, смотрите. Делайте как будто бы замах. Правым скилл-стиком переключайте направо и просто в девятку. Ну, тоже очень легкий гол, всегда вратари на него ведутся. Чем мне это вот эта игра не нравится, что вот эти голы очень легко забиваются. В жизни я такой гол из 10 бросков в игре забиваю один или два раза. Это сложно. Здесь, видите, как часто. Ну и зато эффектно смотрится. И теперь гол одной рукой. Вот этот. Ну ладно, поехали. Сначала покажем. Кстати, в этом хоккее, даже не в этом, а уже начиная с 21-го, уже сложнее этот гол забить. Раньше вообще в каждую игру по 100 голов таких получали. Сейчас уже он и мазать начинает. И не хочет еще забиваться. Так, погнали, ладно. Я вижу, что вратарь за мной не уезжает на... Да, надо, видите, вратаря тяжело убрать. На что мы здесь делаем? Едем, джойстик, правый скилл стик налево, как будто мы уезжаем. Потом нажимаем L1 и сразу R1. Поняли, да? То есть едем, вот едем, уезжаем, L1 держим и R1 просто нажимаем, все. Уезжаем, нажимаем L1 и R1. Все. Так, этот финт я вам показал. Что еще можно показать, как вратаря обыгрывать? Ну, тут много всяких раскачек есть. Можно, кстати, его просто между ног бросать. Часто он забивает. Можно отводить в сторону. Отводить в сторону перед воротами. И в другую. Ждать немножко... Ну, он всегда шайбу, клюшку выбрасывает. Но ждем, просто в сторону отводим и забиваем.
Легкие все голы. Так. Подкидку я показал. Броски. А, ну, бросок в девятку вы знаете, да, наверное, такой. Самый легкий гол вообще в хоккее там. Ну, не в моих руках только. Легкий гол, но не в моих руках. Вратарь зверел, что ли? Тут просто справа закатывайтесь, делайте небольшой рывочек налево. Справа закатывайтесь, небольшой рывочек налево, небольшой. И как только вратарь, видите, движение начал. Раз, движение начал. На левой ноге, видите, оперся он на левую. Сразу кидаете в девятку. Опа. Сразу кидаете в девятку. Так, по-моему, я вам сегодня все финты рассказал. Так, этот рассказал. Этот тоже рассказал. Этот тоже рассказал. Что там еще можно рассказать-то? Так. Да, финт Кучерова еще. Я его не умею делать, ребят, простите меня. Как-то не использовал. Так, еще вот такой выброс шайбы, знаете, да, как делать? Да, кстати, вот такой выброс шайбы. В общем, у вас вы, например, в меньшинстве играете, нажимаете кнопку R1, L1 и бросок. И вот этот верхний бросочек такой через все поле будет. Ну, прикольно. Попробуйте. Вот, верхом. Нажимаете R1, L1. И выбрасывать шайбу. Дальше зона. Шайба идет в вашу зону. Вот просто катится. Вам надо вот ее вот так вот выбросить, подбежать вот так вот. Сейчас. Что-то он не хочет. Наверное, надо с кем-то играть, может быть. Вот так вот выбрось. Во, сейчас черпанул ее. Вот, еще раз черпанул. Видите, просто как в гольф. Как гольф отбросить. Это просто правый. Когда подъезжаете к шайбе, правый стик просто нажимаете вниз, сдавливаете. Как обманный бросок. Не знаю, почему здесь не работает. Ну, в общем, когда будете с кем-то играть, сработает. Все, удачи всем. Спасибо за просмотр. По-моему, это все финты. Пока-пока.